Маленькая кузница юных призеров и чемпионов. В станице Исправной Зеленчукского района вот уже 6 лет функционирует спортивная школа по вольной борьбе, где занимаются более 30 детей. За этот короткий промежуток времени юные спортсмены станицы стали победителями и призерами различных российских и международных турниров. Подробнее о достижениях расскажет Алихан Лепшоков. Нескончаемый энтузиазм и стремление к совершенству. Каждый из юных ребят занимается с особым рвением, оттачивая все приемы до полного автоматизма. Тренер Азрет Кипкеев следит за подготовкой спортсменов. Буквально за 6 лет Азрету Кипкееву удалось добиться больших результатов. Ребята завоевали множество медалей, кубков на различных российских и международных соревнованиях. Интерес у детей появляется, когда они развиваются и достигают высоких результатов, отмечает тренер. 30 учеников у меня сейчас борются, тренируются, и результаты очень хорошие дают. В прошлом году был турнир в Малокарачаевском районе, ну, открытое первенство было тоже по этим, ну, по младшим этим, ну, 13-е, там, 12-е года боролись. У меня один ученик стал чемпионом, сделав 4 схваток, и он выиграл всех, и досрочно всех выиграл, и стал чемпионом. Совсем недавно юные борцы приняли участие во всероссийском турнире в Тульской области. Ребята достойно представили нашу республику, и трое юных спортсменов привезли 1 золотую медаль и 2 бронзы. Ну, Азрет нас хорошо подготавливает. Ну, мы его и слушаем все. Они были, как вам сказать, сложные. Было сложно бороться. Но благодаря Азрету я выиграл 3-е место. Я боролся 4 раза. 1 схватку проиграл и 3 выиграл. Якуты очень были сильные. Они были очень быстрые, незаметные. Когда вот стоишь, они очень быстро приемы делали. Руководство Зеленчукского района и многие неравнодушные люди поддерживают нас, помогая нашим юным спортсменам принимать участие во многих различных соревнованиях. И мы благодарны им, отмечает тренер по вольной борьбе Азрет Кипкеев. Огромное благодарность тоже хочу сказать в лице зам главы администрации Зеленчукского района Брыкиной Марине. Она тоже, ну, по всех этим вопросам тоже помогает. И еще хочу огромную благодарность выразить депутату Народного собрания Аслану Боташеву, который постоянно помогает спортсменам и постоянно не остается в стороне, где что надо, он всегда поддерживает. Благодаря грамотному подходу и спортивной подготовке тренера Азрета Кипкеева наши дети с особым желанием посещают тренировки, признаются родители юных чемпионов. Я безумно рада, что мы именно занимаемся этим видом спорта. У нас получается, мы занимаем призовые места, что безумно радует душу. Вот не только мою, но и папу, вот всех и близких. Вот, так что мы безумно рады, что он ходит. Также хотелось бы отметить, все зависит от тренера, поэтому, видимо, мы попали в тот момент, в ту минуту, что мы вот записались, и нас, в принципе, все устраивает, и тренер для нас делает многие вещи, которые необходимы для победы. Скоро новые соревнования, и юные борцы Исправной усердно тренируются, чтобы пополнить копилку высокими наградами. Алихан Лепшоков, Ислам Урумов, Вести Карачаева-Черкесия, Зеленчукский район.